днем рождения, Гвардиан! С днем рождения! Команда Нави! Ну так не делается. Ну поговорится отцов через. Команда Нави пришла поздравлять Гвардиана. А он уже нас обливает. А он говорит, вы не вовремя пришли. Tell me. It won't be surprise. Да. А то не ваше, мы тут все. По двору немножко клубничка. У него был праздник. See you in 15 minutes. We will be back. 15 minutes. Все, 15. We're not gonna be together. 15 минут. Подожди, 15 or 50. Можно подворовать немножко. Я еще хотел бакс надавить. Он у нас называет. Чекаут? Да. Ну, ну пришли на поздравить, нет. Все. Thank you, guys. But I have some job. Давай, ты можешь, давай мы 15 минут посидим просто, потом поговоришь. Давай. Ну. Все, давай. Поболтали. Быстренько. А что ты делал? Прибери, Гвари, ну что ты, А что ты делал? Да у него днюха. Ну чего днюха? Я что буду делать? Я буду его рвать. Что ты, что ты делал? Skype. А, Skype call? Я его раб, я буду все делать. Куда мне? Скажи, куда мне это делать? Я твой раб. На. Ты же был откуда? Пошел. А что на него смотрите? Он бы не увидел, если бы мы его открыли. Ну да, красивый номер с балконом. Здесь можно походить к нему. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. It's not so simple. Карамбит, да? Карамбит. Гвардия, где твой пипной? Сегодня у него закрыто, походу. А нет. А как закрыть? Гвардиан, как у вас на родине отмечать день рождения? Drinking? For my style, no drinking. But Slovakians drinking? Понятно, они там сливу, знаешь, как любят, я тебе реально говорю. Сливу, да, да. Сливу, они еще любят. How old are you? 22? 4. 4? Oh. 24. Very old. Когда мне было 10 лет. Смотри, что творится, смотри. Отвечает 4. Менеджер команды Сергей Щук подготовил вот такой вот красивый канадский торт. Канадский дур. Красивейший канадский торт. А Ваня его украшивает. И может испоганить. Владислав. А что это такое? Это панциря от улитки? Варя, ну ты должен первый съесть. Если хочешь, я могу продегустировать. Как бы, чтобы ты не сдох. На свой день рождения. Варя, что ты делал все эти дни? Спал. Да. Вимпер. Он Мишка Сурок. Он Мишка Сурок. Он 20 бак. Ты сколько? 20 бак? На чем? Теннис. А это платный канал? А, bet. Просто бет? Бет он теннис? Гвардиан поставил на Шарапова стоял, что ли? Она у Вильямс проиграла? Так он реально на Шарапова поставил. Да? Да. Потому что, думаешь, с русскими выигрывал? Старладер выиграл с русскими? Может, русские что-то могут, типа? Что-то знают? Ну, давай, надо. Ну, зато ты рад, что хэппи, бля, что сегодня прилетает, получили визу. Сначала надо жечь. Ну, так поджимай. С группы тебя, может, выйдем? Хотя бы что-то. Так, Ванька, давай. Будем смотреть сейчас, как он будет задувать. Так, ну как задувать, куда идти? Ну уже желание загадывать, что пацаны приехали, нельзя. Ладно, они приедут. Заснять, как ты будешь задувать свечки. Это действительно интересно. Только, Варя, надо, чтобы ты сейчас подготовился. Есть зажигалка, Даня, вторая? Так, ну что, у Гвардиана сейчас сегодня день рождения. Happy birthday, Гвардиан. Да, и ты сейчас будешь задувать свечки на вот этом прекрасном торте канадском. Ваня, ты помогал выбирать торт? А 25 свечек или 24?
вырос до 4. Или четное нельзя, или можно? До 4. Это нельзя, до 4. На риле, о чем? Про цветы, наверное, говорит. Да. Короче. Может, со свечами братан, такая же тема. Расти здоровым. И вообще жестко собрался на СВЦ. Подожди, желаю тебе выиграть на СВЦ, реально, вот от души. Вот именно тебе. Я очень хочу, чтобы ты собрался реально на этот чемп и выиграл. Вот очень сильно хочу. Я, конечно, буду тебе помогать, но я понимаю, что все в твоих, короче, руках. И это важный день в твоей жизни. Тебе надо собраться реально на серьезный чемпионат. Ты будешь очень рад, я знаю. Опачи. Так, ну что, по-моему, круто получается вот такой у нас. С воском. Тортик. Смотри, что твои умелые ручки пошли. Вот такой вот настоящий день рождения. У меня во Львове такого не бывает. А музыка? В Канаде. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear guardian. Happy birthday to you. Давай, гвардия. Thank you, thank you. Давай. Оборола. Ты реально уверен, это сделал? Это было круто. Надо было за женами дек фото сделать, нет? Нет?